Ну что, товарищи, значит, я что хочу сказать предварительно. На позапрошлом занятии мы с вами рассматривали вопрос, который был озвучен Владимиром Ильичем Лениным в своей работе о демократии и диктатуре, помните, да? Вот. И эта была, работа была та, написанная, опубликована в конце декабря 2018 года в преддверии как бы к тому, чтобы учредить Третий интернационал. И она была посвящена, конечно, тому, чтобы бороться с теми взглядами мелкобуржуазными, да и не только мелкобуржуазными, но и буржуазными, на вопросы демократии и диктатуры. И вот на первом конгрессе Третьего коммунистического интернационала, который был созван, это был учредительный конгресс, который был созван в марте, в начале марта 1919 года, Владимир Ильич Ленин распространил тезисы и выступил с докладом, опять же, о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата. Это очень важный вопрос, потому что необходимо было продолжать борьбу с оппортунизмом Второго интернационала, который, как вы знаете, перешел на сторону практически буржуазии и поддерживал ее, прежде всего, в вопросах войны. Так вот, в связи с тем, что все-таки удалось отмежеваться от оппортунистов Второго интернационала и создать Третий коммунистический интернационал, вот здесь Владимир Ильич Ленин и выступил с этим вопросом о буржуазной демократии, диктатуре пролетариата. Некоторые вопросы наиболее существенные и важные для нас на сегодняшний день я хочу до вас довести. Итак, начинаются эти тезисы, да и доклад, с того, что Владимир Ильич говорит: рост революционного движения пролетариата во всех странах вызвал судорожные потуги буржуазии и ее агентов в рабочих организациях найти идейно-политические доводы для защиты господства эксплуататоров. Среди этих доводов особенно выдвигается осуждение диктатуры и защита демократии. Прежде всего, этот довод оперирует с понятиями «демократия вообще», он берет это понятие в кавычки, и «диктатура вообще», также в кавычках, не ставя вопроса о том, о каком классе идет речь. Такая внеклассовая или надклассовая, якобы общенародная постановка вопроса, есть прямое издевательство над основным учением социализма, именно учением о классовой борьбе, которое на словах признают, а на деле забывают социалисты, перешедшие на сторону буржуазии. Ибо ни в одной цивилизованной капиталистической стране не существует демократии вообще, а существует только буржуазная демократия. И речь идет не о диктатуре вообще, а о диктатуре угнетенного класса, то есть пролетариата, над угнетателями и эксплуататорами, то есть буржуазии, в целях преодоления сопротивления, которое оказывают эксплуататоры в борьбе за свое господство. История учит, что ни один угнетенный класс никогда не приходил к господству и не мог прийти к господству, не переживая периода диктатуры, то есть завоевания политической власти и насильственного подавления самого отчаянного, самого бешеного, ни перед какими преступлениями не останавливающегося сопротивления, которое всегда оказывали эксплуататоры. Буржуазия, господство которой защищают теперь социалисты, говорящие против диктатуры вообще и распинающиеся за демократию вообще, завоевала власть в передовых странах ценой ряда восстаний, гражданских войн, насильственного подавления королей, феодалов, рабовладельцев и их попыток реставрации. То есть все революции, как говорит Владимир Ильич Ленин, связаны с насилием. И далее он говорит: поэтому теперешняя задача буржуазной демократии под видом речей о демократии вообще и теперешние вопли и крики против диктатуры пролетариата под видом криков о диктатуре вообще является прямой изменой социализму, фактическим переходом на сторону буржуазии, отрицанием
право пролетариата на свою пролетарскую революцию. То есть перейти к диктатуре пролетариата можно только через пролетарскую революцию. И далее. Все социалисты, разъясняя классовый характер буржуазной цивилизации, буржуазной демократии, буржуазного парламентаризма, выражали ту мысль, которую с наибольшей научной точностью высказали Маркс и Энгельс словами, что наиболее демократическая буржуазная республика есть не что иное, как машина для подавления рабочего класса буржуазии, массы трудящихся горсткой капиталистов. А теперь, когда революционный пролетариат приходит в брожение и движение, направленное к разрушению этой машины угнетения и к завоеванию пролетарской диктатуры, эти изменники социализма изображают дело так, будто буржуазия даровала трудящимся чистую демократию, будто буржуазия отказалась от сопротивления и готова повиноваться большинству трудящихся, будто никакой государственной машины для подавления труда капиталом в демократической республике не было и нет. Ну, естественно, все это, конечно, не так обстоит, как пытается показать буржуазия и ее прихвостни. И далее Владимир Ильич ссылается на пример Парижской коммуны. Он говорит, Парижская коммуна, которую на словах чествуют все желающие слыть социалистами, ибо они знают, что рабочая масса горячо и искренне сочувствует ей, показала особенно наглядно историческую условность и ограниченную ценность буржуазного парламентаризма и буржуазной демократии. Именно Маркс, который лучше всего оценил историческое значение коммуны, анализируя ее, показал эксплуататорский характер буржуазной демократии и буржуазного парламентаризма, когда угнетенные классы получают право один раз в несколько лет решать, какой представитель имущих классов будет представлять и подавлять народ в парламенте. Собственно, сейчас у нас происходит то же самое, что в парламенте у нас сидят только представители имущих классов, и мы имеем право раз в 5 лет выбирать того или иного представителя, который будет подавлять трудящихся. Далее, говорит Владимир Ильич, значение коммуны состоит в том, что она сделала попытку разрушить до основания буржуазный государственный аппарат, чиновничий, судейский, военный, полицейский, заменив его самоуправляющейся массовой организацией рабочих, которая не знала разделения законодательной и исполнительной власти. И далее он переходит к понятию свободы в условиях этой чистой буржуазной демократии. И начинает он со свободы собраний. Он это понятие тоже берет в кавычки, как и чистую демократию. И говорит, свобода собраний может быть взята за образец требований чистой демократии. Рабочие прекрасно знают, что свобода собраний, даже и в наиболее демократической буржуазной республике, есть пустая фраза, ибо богатые имеют все лучшие общественные и частные здания в своем распоряжении, а также достаточно досуга для собраний и охрану их буржуазным аппаратом власти. Чтобы завоевать настоящее равенство, чтобы осуществить на деле демократию для трудящихся, надо сначала отнять у эксплуататоров все общественные и роскошные частные здания. Надо сначала дать досуг трудящимся, надо, чтобы охраняли свободу их собраний вооруженные рабочие, а не дворянчики или капиталисты-офицеры с забитыми солдатами. Это о свободе собраний. Теперь свобода печати, говорит Владимир Ильич, также беря это понятие в кавычки, является тоже одним из главных лозунгов чистой демократии. Опять-таки, рабочие знают, и социалисты всех стран миллионы раз признавали, что эта свобода есть обман, пока лучшие типографии и крупнейшие запасы бумаги захвачены капиталистами, и пока остается власть капитала над прессой. Чтобы завоевать действительное равенство и настоящую демократию для трудящихся, для рабочих и крестьян,
Надо сначала отнять у капитала возможность нанимать писателей, покупать издательства и подкупать газеты. А для этого необходимо свергнуть иго капитала, свергнуть эксплуататоров, подавить их сопротивление. Капиталисты всегда называли свободой свободу наживы для богатых, свободу рабочих умирать с голоду. Капиталисты называют свободой печати, свободу подкупа печати богатыми, свободу использовать богатство для фабрикации и подделки так называемого общественного мнения. Действительной же свободой и равенством будет такой порядок, который строят коммунисты и в котором не будет возможности обогащаться на чужой счет, не будет объективной возможности ни прямо, ни косвенно подчинять прессу власти денег. Это в то время речь шла там о газетах, издательствах и книгах, а сейчас-то пресса, это же телевидение, посмотрите, что творится на телевизоре. Там разве что-то для рабочего класса, хоть слово полезное произносится у нас на телевидении? Да нет, конечно, ничего нет. Далее продолжает Владимир Ильич. История 19 и 20 веков показала нам еще до войны, как раз в это время, когда шел конгресс, война гражданская еще шла у нас в стране. И только-только недавно закончилась Первая мировая война, извините. Так вот, еще до войны показала история, что является на деле, а чем является на деле пресловутая чистая демократия при капитализме. Что в самых демократических республиках на деле господствует террор и диктатура буржуазии, проявляющаяся открыто всякий раз, когда эксплуататорам начинает казаться, что власть капитала колеблется. То есть как только власть почувствовала, что где-то что-то не так, что рабочий класс начинает шевелиться, начинаются репрессии. И в том числе насаждение фашизма, уже в крайнем случае. Далее, говорит Владимир Ильич, империалистическая война 14-18 годов окончательно обнаружила даже перед отсталыми рабочими этот истинный характер буржуазной демократии. Даже в самых свободных республиках как характер диктатуры буржуазии. Из-за обогащения немецкой или английской группы миллионеров или миллиардеров были перебиты десятки миллионов. И в самых свободных республиках установлена военная диктатура буржуазии. При таком положении дел диктатура пролетариата является не только вполне законной, как средство свержения эксплуататоров и подавления их сопротивления, но и абсолютно необходимой для всей массы трудящихся, как единственная защита против диктатуры буржуазии, приведшей к войне и подготовляющей новые войны. А войны, как вы знаете, особенно мировые, это миллионы жертв. Причем в основном, опять же, из трудящихся классов жертв это приносится. В капиталистическом обществе, продолжает Владимир Ильич, при сколько-нибудь серьезном обострении, заложенной в основе его классовой борьбы, не может быть ничего среднего, кроме диктатуры буржуазии или диктатуры пролетариата. Всякая мечта о чем-либо третьем есть реакционная ламентация мелкого буржуа. Формы демократии неизбежно сменялись в течение тысячелетий, начиная с зачатков ее в древности, по мере смены одного господствующего класса другим. В древних республиках Греции, в городах Средневековья, в передовых капиталистических странах демократия имеет различные формы и различную степень применения. Величайшей нелепостью было бы думать, что самая глубокая революция в истории человечества – первый в мире переход власти от меньшинства эксплуататоров к большинству эксплуатируемых может произойти внутри старых рамок старой буржуазной парламентарной демократии. И может произойти без самых крутых переломов, без создания новых форм демократии, новых учреждений, воплощающих новые условия ее применения.
Диктатура пролетариата тем сходна с диктатурой других классов, что она вызвана необходимостью, как и всякая диктатура, подавлять насильственное сопротивление класса, теряющего политическое господство. Коренное отличие диктатуры пролетариата от диктатуры других классов, от диктатуры помещиков в средние века, от диктатуры буржуазии во всех капиталистических странах состоит в том, что диктатура помещиков и буржуазии была насильственным подавлением сопротивления громадного большинства населения, трудящихся. Напротив, диктатура пролетариата есть насильственное подавление сопротивления эксплуататоров, то есть ничтожного меньшинства населения, помещиков и капиталистов. Вот разница между диктатурами, которые стремится показать Владимир Ильич. Далее он переходит к сущности советской власти как формы диктатуры пролетариата. Он говорит, что сущность ее состоит в том, что постоянной и единственной основой всей государственной власти, всего государственного аппарата является массовая организация именно тех классов, которые были угнетены капитализмом, то есть рабочих и полупролетариев. То равенство граждан, независимо от пола, религии, расы, национальности, которое буржуазная демократия всегда и везде обещала, но нигде не провела и в силу господства капитализма провести не могла, советская власть или диктатура пролетариата осуществляет сразу и полностью, ибо в состоянии сделать это только власть рабочих, не заинтересованных в частной собственности на средства производства и в борьбе за раздел и передел их. Старая, то есть буржуазная демократия и парламентаризм были организованы так, что именно массы трудящихся всего более были отчуждены от аппарата управления. Советская власть, то есть диктатура пролетариата, напротив, построена так, чтобы сблизить массы трудящихся с аппаратом управления. Той же цели служит соединение законодательной и исполнительной власти при советской организации государства и замена территориальных избирательных округов производственными единицами, которые каковыми являются завод, фабрика и другие объединения. Советская организация государства приспособлена к руководящей роли пролетариата как класса наиболее сконцентрированного и просвещенного капитализмом. Опыт всех революций и всех движений угнетенных классов, опыт всемирного социалистического движения учит нас, что только пролетариат в состоянии объединить и вести за собой распыленные и отсталые слои трудящегося и эксплуатируемого населения. Только советская организация государства в состоянии действительно разбить сразу и разрушить окончательно старый, то есть буржуазный, чиновничий и судейский аппарат, который сохранялся и неизбежно должен был сохраняться при капитализме даже в самых демократических республиках, будучи фактически наибольшей помехой проведению демократизма в жизнь для рабочих и трудящихся. Уничтожение государственной власти есть цель, которую ставили себе все социалисты, Маркс в том числе и во главе. Без осуществления этой цели истинный демократизм, то есть равенство и свобода, неосуществим, а к этой цели ведет практически только советская или пролетарская демократия. Ибо привлекая к постоянному и непременному участию в управлении государством массовой организации трудящихся, она начинает немедленно подготовлять полное отмирание всякого государства. Вот на этом я хочу закончить те мысли из тезисов и доклада Владимира Ильича на Первом конгрессе. Более, ну я, на мой взгляд, выбрал наиболее важные. Более подробно вы сами можете познакомиться.
в работах Владимира Ильича. Я только что, прежде чем вы зададите вопросы, хочу вот что добавить, что в процессе работы этого конгресса, первого конгресса третьего интернационала, была принята резолюция к тезисам о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата, то есть о диктатуре пролетариата. То есть отдельная резолюция вот под этим тезисом и докладом Владимира Ильича Ленина. Она очень коротенькая, но очень четкая и ясная. И она вот для нас очень будет любопытна и полезна. Я ее сейчас зачитаю. В резолюции сказано: на основании этих тезисов и докладов делегатов различных стран Конгресс Коммунистического интернационала заявляет, что главная задача коммунистических партий во всех странах, где еще не существует советской власти, заключается в следующем. Ага, то есть там, где не существует советской власти, как Конгресс ставит главные задачи, главную задачу. И говорит резолюция, первое, что главная задача состоит из трех положений. Первое положение. Выяснение широким массам рабочего класса исторического значения, политической и исторической необходимости новой пролетарской демократии, которая должна быть поставлена на место буржуазной демократии и парламентаризма. То есть первое, что должны делать коммунисты там, где нет советской власти, это разъяснять широким массам необходимость замены буржуазной демократии пролетарской демократии. Второе положение, которое входит в главную задачу по резолюции Конгресса, это распространение и организация советов среди рабочих всех отраслей промышленности и среди солдат армии и флота, а также среди батраков и бедных крестьян. То есть создание советов и распространение их во всех трудовых коллективах. И не только трудовых, но и войск. Это как бы второе положение, которое было озвучено в резолюции. И третье. Основание внутри советов прочного коммунистического большинства. Вот такая вот короткая, но очень четкая резолюция была принята Конгрессом по тезисам и докладу Владимира Ильича Ленина. Ну, пожалуйста, какие-то, может, вопросы у вас возникли. У нас сегодня стрима не было, вопросов с чата нет, но был хороший вопрос к предыдущей теме как раз по этому же вопросу. Так. Давайте я попробую выступить вредным оппонентом и задам такой каверзный вопрос. Ну давай, каверзный. Суть комментария-то в чем? Вот смотрите, в работе что написано, да, диктатура пролетариата, а потом общенародное государство. А, да. А потом взял и все разрулилось, и даже не прекратил жить. Да, соответственно, теория неверна и не работает. Нет, значит, не совсем правильно это самое сформулировано мысль-то. Переход к чему от диктатуры пролетариата? К общенародному государству. Нет, не так. Хрущев его обвинил. Нет. Это Хрущев объявил. Если бы это кончилось, что вернулось к нам буржуазия и у нас капиталистическое государство. Нет. Ну что ж, может, тогда советская власть только при диктатуре может существовать? Никакой демократии сильно не будет. Опять же вернемся к той последней мысли, которую вы... Вот. Еще раз я зачитаю, раз уж так. Уничтожение государственной власти есть цель, которую ставили себе все социалисты. Без осуществления этой цели истинный демократизм, то есть равенство и свобода, неосуществим. А к этой цели ведет практически только советская или пролетарская демократия. Ибо привлекая к постоянному и непременному участию в управлении государством массовой организации трудящихся, она начинает немедленно подготовлять полное отмирание государства. То есть государство вот, до сих пор, пока существуют классы, пока не стало общество однородным, то есть все трудятся, все трудящиеся в обществе, оно всегда имело какой-то аппарат насилия, чтобы подавлять сопротивление класса, который не находится у власти. То есть буржуазия подавляла пролетариат, а в пролетарском государстве, при советской власти, наоборот, можно было подавить остатки той буржуазии, которая существовала. В этом, и поскольку
к управлению государством начинает привлекать вся трудящаяся, начинает привлекаться при советской власти и при диктатуре пролетариата или при демократии пролетарской вся трудящаяся масса, все, поэтому необходимость в аппарате подавления исчезает, некого давить не надо. И поскольку возможно решать вопросы управления без мощного государственного аппарата, в котором есть всякие ненужные как бы институты, вот к этому идет задача-то, а не к тому, чтобы создать общенародное, как ты говоришь, Никита Сергеевич там предлагал общенародное государство создать. Нет, а к отмиранию вести государство. Так погодите, при том, государство должно умереть. Буржуазии уже не осталось. Как это? Как это не осталось? Подождите, минуточку. Буржуазия это осталось. Она осталась за пределами нашего государства. И причем большую часть, это только одна треть. Даже с учетом... Подожди, не перебивай меня, раз уж задал вопрос, выслушай до конца. Только одна треть населения земного шара с учетом народных демократий как бы находилась-то, в общем-то, в условиях построения социалистического и в дальнейшем коммунистического общества. А буржуазия-то две трети-то возглавляла, это во-первых. А во-вторых, для того, чтобы, как бы, говоришь, отказаться от государства, отказаться от подавления, нужно было ликвидировать классы. Классы еще оставались, пусть не антагонистически, у нас оставался класс крестьянства, вот, был рабочий класс, вот, была прослойка между этими классами и так далее. И были еще противоречия в том, что недостаточно для того, чтобы отменить государство, недостаточно были развиты средства производства, особенно в сельскохозяйственном производстве, там, где до сих пор присутствовал еще класс крестьянства. Поэтому ни о каком, никакой отмене государства до того, как не решатся эти вопросы, когда не будет изжита буржуазия во всем мире или хотя бы в подавляющем большинстве, тогда уже можно как-то решать вопросы, но только, опять же, при условии необходимого развития средств производства и необходимого развития положения трудящихся, сближения классов и ликвидации этих классов, пусть не антагонистических. Вот о чем нужно, о чем говорит марксизм, а не о том, чтобы куда-то там завести нас в какое-то общенародное государство. Нет, совсем не так. Как дополнение, не знаю, то, что современное общество, там, допустим, программисты вот, считают себя элитой, потому что они настолько эффективные, что им государство не нужно. Ну, кто им мешает считать себя элитой? Пусть считают. Ну, и, соответственно, они государство там работают из дома, то на Россию, то на Америку, и, соответственно, каждый на свое государство. Тут, наверное, не вводите вопрос, просто что мир стал более глобальным вопросом. Они могут за счет новых технологий работать где угодно. Так они при Советском Союзе были. Какая разница, ты тракторист в деревне или тот же самый тракторист на Беларуси, который чистит снег в городе? Ни в чем разница. И будь ты хоть инженер, тебя пошлют на картошку, ты естественно. Нет, но о чем речь-то идет? О чем идет речь? Получается, уже не было при Советском Союзе. Ну как это не было? Я же только что сказал, что были. Я только что сказал, были, опять это все вам повторить. В деревне свет есть, как мы выяснили, тут в Владивостоке до сих пор у людей света и воды нет. В городе. А там в деревне это все было, и вода есть. И не в каждой деревне, не в каждом доме все это было. И не совсем одинаковые условия труда и жизни были и в городе, и в деревне. Совсем не одинаковые. Правильно опираться, что не обстановка самой Советского Союза достигла, что можно отказаться, а что в мире еще не достигло, то не хотелось. Конечно, я говорю, что... Если надо опираться на, я не помню, по-моему, Маркс говорил, не точно, что для того, чтобы социалистическая революция победила, она должна победить в большинстве развитых стран. Конечно, да. На тот момент этого не было. Конечно, и ни о какой отмене диктатуры пролетариата до достижения этого не может быть. Как же советская власть может победить, если буржуазии вокруг всегда больше будет? Беда. Так подождите, кроме буржуазии... Получается, все мирная революция. Подожди, Александр. Не надо загонять в угол меня своими оппортунистическими взглядами. Совсем не надо забывать, что в этих капиталистических государствах тоже существует, кроме буржуазии, трудящиеся и в том числе пролетариат как класс.
который значительно превосходит по своему количеству этих эксплуататорских классов. И поэтому, если уж мечтать о мировой революции, то, конечно, надо опираться на эти классы трудящиеся, которые существуют и в капиталистических странах, не только в социалистических. Так вопрос там не то, что они есть или их нет, а движение что? Должно быть. То есть мы же... Конечно, хотим они должны осознавать свое положение. А не движение, вопрос в другом. Я сказал правильно. Но... Главное, что диктатура пролетариата должна сохраняться до того момента, да, пока не будет всемирной победы. Конечно. И переход к народному государству невозможен, да, до тех пор, же, пока вокруг тебя буржуазия. Опять же к народному. К ликвидации государства, да, да, марксист, да, говорит. Да, ликвидация государства – истинная демократия. Только после того, да, как не останется страна. Хочу много чего говорить. Он нам и социалист в 80-м году обещал, и коммунист, не помню уже. Да, к сожалению, да. К 80-му году, через 20 лет он сказал, построили. Да. Хотя Ленин говорил совсем другое, что... Это на Двостром съезде было заявлено в 61-м году. А Ленин вот уже вторую работу мы читаем, где он, да, рассказывает, растолковывает. Да. Где были те люди, которые... Да, к сожалению, не знаю, насколько был неграмотен Хрущев и те, кто его окружал, или они не настолько были неграмотны, а насколько они служили не тому классу. Вот тут... Я затрудняюсь сказать, что вернее, или неграмотность, или служба другому классу, не пролетариату. Наивность какая-то получается детская. А? Детская наивность, что ли? Да, не, я далек от этой мысли, от наивности. Получилось совсем не по-детски, знаешь. Да.